понимаю. Я считаю так, что если человек занят, туда он не ходит, понимаете, обеды. Это дилетантство. Понимаете? Не разлучишь со мной.
решается между разными сознаниями, взаимодействие и взаимозависимость. Прогресса в области морали на протяжении последних веков не произошло вообще. И видно, по широчайшей распространенности бесчеловечной эксплуатации, кровопролитных войн, яростных насилий и истязаний. Ненависть и злоба правят в обществе свой мал. Что это за возвышенный вздор? Возвышенный вздор. Вздор какой-то возвышенный. Превосходство не проявлять свое превосходство, прославлять самих себя и внушать к себе страх. Своим вредным звуком от званий до званий хва великих имен, где сын диктатуры поет в унисон. Для вас громко так, для тех, кто меняет на стены сроку. Громко так, для тех, кто остался в дальнейшем. Потерявшая голос и смысл в море лжи, заблудившись, кончается правда. Своих бредных звуков позваний, названий тьма великих имен, где сын диктатуры поет в унисон. Для вас правду, правду, человечеству спасет мир. Но это наступит не скоро, может быть, вообще никогда. Тут какой-то запах дурного идолопоклонства. Нужен образцовый козел отпущения, чтобы других утешить. Больше третье лицо в государстве. Давайте без излишних эмоций. Ничего, земля нарожает еще из плесени. Последующие дни, месяцы, годы будут проходить по сценарию 37-го года. Собирайтесь.
побежденная властью сила. Ты не толкаешься больше, тебя больше нет, ты погиб на войне, о которой никто никогда не слыхал. Люди в черных шинелях стучатся в дверь. За тобой пришли, собирайся на смерть. У моей воли не сломлен дух в поисках правды. Не погибшая правда, испитая чаша несчастья и мук. По литеру В. Тебя больше нет, но память тебе черты. В круглой могиле твой дом тысячи, тысячи, тысяч не пришедших с войны, о которой никто никогда не слыхал. Yeah.
Давай! Да, нужно предотвратить вред стране. Да, предотвратить вред стране. Вред — это вредно. Я хочу жить в кайфе. Собирает в себе все чужое. И гоните из себя оценителями и распространителями. Еще один день.
жизнь всегда, невзирая на ужас и страдания, даже уничтожение, с бодростью бытия. Ты очень похож на маленького принца Экзюпери. Я, наверное, скоро начну писать детские книги о таких, как ты. Ну что ж, взрослей, в кумирне есть и такие. Можно заниматься делом ради него самого и для себя. Рыночный человек думает и общается в старых однополосных формах интеллекта. Какое это отношение? Я не понял вопрос. Я был обязан. Да, конечно, и должно быть рассмотрено. Я получил. Это брак по нужде. Все будет нормально. Плодовитым бывает только то, что богато контрастами, новыми. Нужно рулить по-прежнему, понимаете? Все будет нормально. Ты этой жизни рад. Ты этой жизни рад. Да здравствует великий советский народ, строитель коммунизма! Представление начинается заново сегодня. Артисты занимают место. Благодарность, радость и бурный коваций. В несмолкающем реве толпы появляешься ты. 70-х годов премьера. Грандиозных программ переполненный зал. Твой кумир выходит на сцену, начинает спектакль. Старый!
и голоса, и муки, и мало сделали открытие. Учите всех, все люди, которые пустите. Включите, понимаете ли, индикатор? Пожалуйста, включите индикаторы, Раиса Максимовна. Понимаете, индикаторы включите. Включите все индикаторы. Давайте без излишних эмоций. Вопрос этот уже решен. Взаимодействие сознания в сфере идей. На днях президента будет подписан соответствующий указ.
проникаются в пределах одного сознания, копаются в нем, создают культ раздвоенной, изолированной личности. Thank you.
Я держу себя во власти. Сохраняю ее и над окружающими. Все продается, все покупается. Не трусь перед реальностью и не спасайся под защиту идеалов. Покупай, продавай. Я держу себя во власти. Сохраняю ее и над окружающими. Скорбят советские люди, все прогрессивное человечество в связи с кончиной выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, Международного коммунистического и рабочего движения. 12:45. Гроб с телом покойного. Thank you.
мне надо срочно спешить к Вакху. Вакх меня ждет. Да, он ждет всех отторгнутых. Он будет охранять твое гнездо. А что с тобой? У тебя одиночество. Только одиночество. Одиночество есть двух степеней. Одно созидающее, другое разрушающее. Заниматься делом мрачнее. Взял, который разрушился сам.
попробуй сальто дальше, как знаешь. Возьми, что получилось. Попробуй сальто дальше, поймешь, что было верно осколок. И то, что никогда не пройдет, когда не дают вздохнуть полную грудь. Когда я попадаю сюда, мне становится скучно. В разрушенном городе
ночи сердца согревая навеянным ужасом иллюзорного будущего. Опускается осень на город из клочков нарисован.
высокого простодушия. На свету видят только дураки. Но полюбить пугающих профанов мрак и обрести новое внутреннее зрение — удел немногих. И повсюду витает эхо любви. Человек остается юным только тогда, когда душа его не предается покою, не стремится к миру. Ты не прав, империя неисчерпаема. Империя неисчерпаема, понимаете ли? Союз нерушимый, собравшись, восстали. Здесь, где все непонятней понятного стало пора. Здесь, где за свободное борется право на сине моя тень. Обведенная черная Yeah.
стать аристократами, обращайтесь по адресу... Поверьте, это сложная и трудная дорога.